Невероятно вкусный, воздушный и хрустящий чебуреки с брынзой. А тесто – это просто какая-то фантастика. Оно получается очень вкусное, не впитывает масло. Также это тесто подойдет для классических чебуреков. Для теста в теплое молоко добавляем сливочное масло, сахар, соль, разрыхлитель, 2 желтка и все хорошо перемешиваем. Далее вводим муку. Замешиваем тесто, которое не липнет к рукам. И самое важное, ему нужно хорошо дать отдохнуть примерно 1 час. А в это время делаем начинку. Измельчаем брынзу, а если нету брынзы, то просто можно взять обычный творог. Добавляем зелень по вкусу, у меня это укроп. После того, как тесто полежало, делим примерно на 15 частей. Все зависит от размера ваших чебуреков. И далее формируем чебуреки. Тесто тонко раскатываем, выкладываем начинку и защипляем хорошо края. И далее обжариваем в раскаленном масле. Так как у меня совсем мало начинки, то мне хватило примерно по минуте с каждой стороны. Приятного всем аппетита!